Смотрите в сегодняшнем выпуске. Буду покупать сейчас ящики, наверное, два ящика возьму. Нет, большой папочка, я знаю, что ты очень серьезный. Ребята, с ним лучше не шутить. С ним лучше не шутить, с большой папочкой, это моя любимая тачка, она просто всех разносит. Эй, я не понял, подождите, это что за... Чё за ерунда, ребята, какая двойная тачка, глюк какой-то похож, да? Ребята, всем привет, вы на канале Pub Fun 2 Машинки, и сегодня поиграем в Sub Multiplayer, да, давненько я в нее не играл. Так, недавно у нас было обновление, просто чумовое обновление, ребят, у нас добавились новые тачки, давайте я их вам покажу. Смотрите, три новеньких тачки у нас появилось. Так, мне уже одна выпала, кстати, из какого-то сундука выпала. Я даже не помню, не знаю даже, что-то не помню, ребята, короче, как она мне выпала. Может, даже не обратил внимания, поэтому не заметил. Но она у меня есть, вот. Какой-то Sugar Inc. какой-то. Так она выглядит, в принципе, очень даже здоровски выглядит. Так. Так, вот это еще у нас вообще тоже какая-то бомбическая тачка, по крайней мере, выглядит очень классно. Да? Непонятное инопланетное существо. Не то, что инопланетное, это какой-то череп, ребята, череп. Чувак. Зелененький какой-то череп. Так, не могу отдалить. Что ж такое-то? Так, и последнее. Да что ты будешь делать? Что ты будешь делать? И последняя тачка. Очень похоже на этот, на Audi R8. По крайней мере, перед очень похож на аудюшный стиль. Единственное, что решетки у нас немножечко не такие. А так прям фары и перед очень похож на аудюшный стиль. Вот этот вот Audi R8, который идет у нас, спортивная. Очень даже похоже. Ну что, попробуем сегодня их выиграть. Есть у меня 2584 кристалла. Буду покупать сейчас ящики, наверное, два ящика возьму. Два сундука фиолетовых, которые стоят по 990 кристаллов. По крайней мере, раньше стоило, сейчас не знаю, сейчас проверим. Где они у нас? Так, где у нас магазин? Что-то я не могу найти. Так, ребят, подождите. Что здесь? А, вот, внизу уже, что-то я туплю. Так. Ать, 979. Скидочка? Смотрите. Скидочка, сколько? 11 кристаллов скинули, да? Раньше, помню, открывался 990. Ну что, давайте пробуем какой-то радужный сундук. Радужный самый чумовой сундук в этой игре. Ладно, не будем тянуть время. Открываем, смотрим, что нам попадется. Так, не будем быстро перематывать. Буду тыкать сам. Так, деньги, запчасти, деньги. Деньги не то. Так, монеточки, запчасти. Эй, куда ты пошел? Ребят, он сам пошел, смотрите-ка. Так. Но пока что ничего не вижу. Green Devil, предел этапа. Стейджи, короче, ребята. Улучшалки тачек максимальных. Максимальная улучшалка. Предел. Так. А новой машинки, похоже, нет, да? Новой машинки нет, похоже. Ладно, открываем еще. Берем еще. Ну ладно, жмем быстро, посмотрим. Так, ребята, следите. Выпадет нам что-нибудь полезное или нет? Выпадет нам новенькая тачка. Одна из двух этих тачек последних. Green Devil. Кстати, Green Devil выпал все-таки, да, предпоследний? Ага, понятно, отлично, ребята. Ну, хоть предпоследняя тачка нам выпала. Хотелось бы, конечно, тот, как похоже на аудосик. И 626 у нас кристаллов остается. Ну, давайте откроем, наверное, легендарный сундук или не стоит. Смотрите, 9.14, 18, 35. Ладно, бог с ним, ребята. Тратим кристаллы, открываем максимально лучшие сундуки. И смотрим, что нам выпадет. Быстро запчасти, золотой скинчик. Третий сзади машиночки, ребята. Так. Нет.
Зеленый легендарный сундучок не айс, ребята. Наверное, нет смысла его брать. Хотя 9.14, 18.35. Хотя, наверное, то на то и выходит, в принципе, да? Что радужный берешь, что легендарный сундук. Единственное, что экономия. Нет, экономии тоже нет особо. Никакой экономии. Так что нет смысла, наверное, радужный сундук брать. Можно брать... Легендарный тоже можно открывать. Если накопили, к примеру, 500 кристаллов, то смело можете открывать легендарный сундук. Не надо брать... не обязательно копить на радужный. Так, теперь нужно проверить, что у нас в итоге получилось. Ну, предпоследняя тачка у нас как бы есть. Выпала, я видел. Ага, предпоследняя есть. А вот последняя, к сожалению, нам не выпала. Она самая, похоже, скоростная пока на данный момент. У меня, кстати, и этих его монеток... Очень много. Ну, на зеленую его монеток очень-очень много. 208 штук. То есть раскачать ее можно просто... Просто бомбически. Так, а в чем прикол? Так, нитро у нас у этой тачки 112, а у этой 100. Так, обработка 110, у этой 116. Это тяжелее тачка. 2,5 тонны, да? А это 2 тонны, допустим. 450 лошадиных сил. Это 600 лошадей. К сожалению, не выпала нам последняя тачка. Ну ладно, бог с ней, зато вот это есть. Так, улучшить. Давайте поставим что-нибудь. Ну, максимальную скорость до 194. Это в первую очередь нужно брать. В первую очередь нужно брать. Ладно, поехали, испытаем мы ее на деле. Посмотрим, что за... Что за эффекты у него вообще есть, что он умеет делать, ребята? Смотрите, прям чувак с газовыми какими-то ядовитыми баллонами там стоит просто. Не знаю, что-то какой-то монстрило просто. Так, сейчас проверим. Периодически... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та-та-та-та-та-та-та. Ничего себе. Ну, пулеметик. У нас была такая тачка с пулеметиком, кстати. Ай! На к вам, ребят, я подкидываю им периодически минус нитро. А! Минус этот подкидывает минус чувак. На большой папочке, тачка так называется. Моя любимая, кстати. На большой папочке подкидывает минус монеточки. Беспонтовая, на самом деле, бесполезная штука. Лучше ставить убиралку нитро. Вот она, полезная штука. Ну, наверное, у него больше ничего нету пока. Поэтому... Поставил то, что есть. Ну-ка. О, крутой чувак, крутой, да. Разорвал всех, просто в щепочки приподнял. Приподнял всех. Да, и взорвал. Так, что-то связанное с гравитацией. Ну, понятно, это же у нас... Это же у нас... Что-то какое-то инопланетное существо все-таки, да? Скелет, череп человеческий. И рука тоже. Также 5 пальцев. Ну, похоже, скелет человека. Но сам он какой-то инопланетный. Ребята, что-то у меня с графикой. Что-то, мне кажется, с графикой. Что там с графикой? Давайте посмотрим. Так. Нет, графика максимально. Все отлично. Все отличненько. Так, ладно, поехали дальше. Поехали-ка дальше. Кстати, нужно периодически захаживать в свой легион. В свой легион, чтобы... Чтобы закидывать, то есть оставлять запросы на подкид всяких его монеток. Так. И много кто спрашивает, в легионе спрашивает, а зачем, говорят, его монетки нужны. Ребята, его монеты нужны, чтобы прокачивать тачки. До определенного момента все качается обычными сап-монетками, а потом уже у нас идут в ход его монеты, ребят, понимаете? Нет, большой папочка, я знаю, что ты очень серьезный. Ребята, с ним лучше не шутить. С ним лучше не шутить, с большой папочкой, это моя любимая тачка, она просто всех разносит. Смотрите, просто сталкивает, так как она тяжелая. Я на ней, кстати, тоже чудил, ребята. Сейчас, кстати, мы ее можем взять. И я вам покажу, на что она способна. Она просто сталкивает всех со своего пути. Да что ты будешь делать, ребята?
бесполезная эта штука. У него, конечно, пулеметик не особо. Что-то сзади стреляет, а что? Никакого толку, ребят. Ну, чуть пошатывает, конечно, эту машиночку впереди едущую, если в нее попадаешь. А так, бесполезная вещь. Бесполезная. Вот это призрак. Призрак — прикольная вещь. Когда машинка становится невидимой, то подъезжаешь рядом с машиночкой, встаешь с соперником, и все, все, она взрывается. Когда эффект призрака пропадает, машинка соперника взрывается. Но нужно прям соприкоснуться с ней, соприкоснуться, то есть в нее просто влиться в соперника, и тогда происходит взрыв. Так, давайте напоследок сейчас возьмем самую крутую тачку, по моему мнению. Кому-то другие тачки больше нравятся, а мне нравится большой папочка. Так она еще у меня прокачана просто бомбически, 223 километра в час, ребята. Это очень большая скорость. То есть редко кто может догнать. Если только сам чудить будешь, то догоняет соперника. Если периодически улетать, что-то я не знаю, кувыркаться. Нужно периодически оставлять замаскированные нитро, которые отнимают, ребята, соперников нитрушечки. И тем самым не давая им догонять меня. Очень полезная вещь, советую его ставить, кто уже выдал. Очень даже здоровская вещь. Так, смотрите, они просто тупо не могут меня догнать. Ребят, смотрите, какой отрывчик, а. Хоть я и стоял в начале спереди, все равно они не могут меня догнать. А когда ты стоишь спереди, сзади стоящий соперник, им дается бонус. Заполненный нитро, где-то две полосочки почти заполняется нитро у них. И плюс, когда они сзади едут, быстрее заполняется нитро. А они с учетом этого даже не могут меня догнать. Ну, понимаете. Большой папочка, тачечка, большой папочка рулит. И особенно, когда она прокачана. Так, ну что, ребята, вот такие пирожочки. К сожалению, нам последняя тачка не выпала. К сожалению, да. А так я ее хотел. Ну, еще чувак такой крылатый, просто, я не знаю, бабочка какая-то, просто огромная чумовая бабочка. Мужик, мужичок, бабочку. Вот это действительно какой-то космонавт. Эй! Это что был-то сейчас? Какую-то скорость. А, эта тачка у нас 6 минут прошло, получается, да? Вот это, понял. Так, давайте-ка поставим дальнейшую прокачку. Ну, вот эту. И пусть стоит. Ну что, ребята? Эй, я не понял, подождите, это что за... Что за ерунда, ребята? Какая двойная тачка. Глюк какой-то похож, да? Я в шоке. Я в шоке. Так, как же вас отдалить? Ребята, смотрите, что за ерунда происходит. Так, ну что, на этом все тогда. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.